Сегодня впервые отмечается профессиональный день экономиста. В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении праздника. В Якутске в честь этого события проходит первая городская конференция, где рассматривают новые векторы развития столицы. Состоится практический обмен опытом ведущих образовательных учреждений. В мероприятии принимают участие 80 студентов. Основной акцент ставится на молодое поколение. Будут обсуждать лучшие молодежные бизнес-идеи. В первой половине проходят дискуссии, после обеда запланированы семинары. Перед нами, коллеги, стоит серьезнейшая задача, как максимально эффективно инвестировать в уникальный человеческий капитал Якутска в его динамичное развитие. Мы все помним, что в 2013 году мы утвердили стратегию социально-экономического развития Якутска. Благодаря этой стратегии мы уже с 2013 года достаточно четко видим ориентиры, целевые задачи долгосрочного развития Якутска. Вдвойне приятно, что сегодня уже наш подход, вот подход долгосрочного планирования, уже определен на государственном уровне, директивно, через принятие законов Российской Федерации. Сегодня, в принципе, все крупные города, я уже не говорю о субъектах Российской Федерации, должны иметь такую стратегию.